Время для меня пролетело мгновенно. 4 года как один день. Никогда не мог себе даже представить, что мне с командой придется управлять столицей в период глобальных кризисов и вызовов. Они шли лавиной. Пандемия, война, энергетический кризис. Мы прошли испытания на прочность, стали сильнее. Точно знаю, что мы с вами стали доверять друг другу. Когда мне нужно подзарядить батарейки, еду к родителям. Они дают мне внутренние силы и защиту. Как посадить дерево, как вырастить хороший урожай? С этими вопросами к папе. Он всю жизнь проработал врачом, а сейчас с особым увлечением занимается садоводством. Для меня радость – это время, которое могу провести с женой и детьми. Я безумно благодарен своей жене. Мы ждем пополнения семьи. Это будет мальчик, сын. У моей семьи есть будущее, и я верю в будущее города и нашей страны. Кишинев станет городом, в котором хочется жить. Ман Чебан. Доверяй делам.